Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, это игрушка The Evil Within 2. И сейчас я хочу себе заполучить арбалет. И мне нужно подойти вот ближе по карте, если приблизить, мне нужно подойти вот сюда, к БТРу Мёбиуса. Там я получу арбалет. Но, как мы знаем, с АКМ это может оказаться не так просто, потому что этот город населен всякой шушволью, всякой всячиной. Ну, тут я себе дорогу уже расчистил, поэтому мне будет намного проще. О, так. Растение обязательно надо создать. Собрать, точнее, растение. Вот этот сигнал сверху мне сигнализирует, что где-то есть голосовой сигнал. И с помощью своего вот этого вот чудо-приемничка можно засечь сигнал. Так, и здесь еще один сигнал. Это получается у нас основной сигнал по... Давно я такого в руках не держал. Ух ты. По которому мне нужно сейчас пойти будет в церковь. Голос девочки, который похож на голос моей дочери Лили. О. Твою ж мать. И что? И что? Тут должны быть сейчас мобы или что? Так я тут их перебил всех. Ага. Так. Вот, наверное, это я кину на троечку. А вот это пускай будет четверочка. Давай. Так, левая клавиша мыши. Удерживать настройка дальности выводит арбалет страж. Понятно. Так, гарпунный болт. Подожди, это я взял. Порох взял. Больше, по-моему, тут у нас нету ничего. Итак, куда тут можно еще пойти? Пистолетные патроны. Подсумок, да? Это хорошо. Пошли, наверное, заберем подсумок. Так, что у меня с пистолетом? Все good. Да, 10 патронов у меня на пистолет. Но тут я еще не шарился, поэтому тут могу нарваться на, так сказать, маленькие или большие неприятности. Это будет зависеть все от количества зомби, которые я здесь встречу. Но я думаю, все будет чики-бомбони. Так, это что у меня? Гвозди. Именно такие длинные гвозди из нержавеющей стали обычно используют в строительстве. Из них получается отличная шрапнель. Угу, этот компонент используется у нас... О, тут за мной уже кто-то палит. Ку-ку. Ку-ку. Минус. Епты. Меня что, спалили? Ух ты ж, сука. Фух. Возьмем зеленой гадости. Сейчас надо посмотреть, что у нас тут Себастьян нашел. Детали для оружия. Давай будем на посмотреть. Еще тут урни у нас. Камень какой-то нахер никому не нужный. Травичку, конечно, я возьму. И по... Да твою, а. Я хочу порох взять. Так, есть. В общем, хочу сейчас побольше пока пошариться, еще поисследовать местность. По второстепенным, может,
миссиям пройтись. Потом уже дальше понемножку проходить именно сюжетку. Так, очередная зеленая жижа. Какая мне пригодится потом еще. Угу, фотик на штативе. Значит, тут побывал уже этот дебил. Бешеный фотограф, который убивает своих жертв на фото. Отлично, подсумок. Подсумок для пистолетных патронов улучшен. Хорошо. Это не может не радовать. Это какого хера? Ага. В смысле, блин? Ни хера себе. Так. Это замедление, в принципе, мне нормально помогло моба кильнуть. Так, свет я выключу от греха подальше, а то что-то они сильно, бляха-муха, на меня тут лезут. Так, окей. Давай по карте. Что у нас тут есть дальше? Это что такое? Точка резонанса. Убитый сотрудник. Ага. Компьютер. Давай сюда сходим еще. Угу. Убитый сотрудник. Тут порох просто найду. Убежище. Это хорошо. И патроны для дробовика, да? Окей. Так. Топор в дереве. Топор классная вещь, но он, блин, он ломается. Он с одного удара может снести любому мобу голову, которого я, ну, из тех мобов, которых я, по крайней мере, встречал здесь на данный момент в игре. Так, где это секас этот происходит? Давай посмотрим. Ага. Вот они, я понял. Пока меня никто не видит, то в принципе можно будет пройти. Так, давай посмотрим, что тут в ящике. Голяк, да? Хорошо. Это что у нас? Это есть. Это есть. Это все пригодится для улучшения оружия. Поэтому стараюсь по максимуму это все собирать. Чего и вам советую. Так. Подружаня, что я тебя кильну? Кильну. И в голову. Отлично. В смысле? А у нее что, жижи нету? Так, тут эти вдвоем что-то рвут, да? Окей. Окей. Ёб твою мать, блядь. Минус. Всё, есть. Отлично. А хотел скрытное убийство сделать, ну, не получилось. Так, и что это я сделал? Кажется, сработало. А что должно было сработать? Ух ты, тут можно поджигать кого-то. Что должно было сработать, алло? Труп сотрудника.
Это что такое? Патроны для дробовика. Good. Еще патроны для дробовика. Так, тут я лазил уже, да. Это что, максимум у меня? Эй, ты ж ёканый бабай. Ну ладно, давай. Я по любасику хочу посмотреть, что я тут открыл. Так что надо открывать. Угу. Пошло сохранение, значит тут будет что-то веселое. Ёб твою мать. Так. Мне это не совсем нравится. Там ничего. Угу. Удачно. Я почти испугался. Так. Соберем зеленые жижи. Не, ну надо заходить по-любому, так что тут вариантов нету. Ага. Вот только. Как если там закрыто? Ну, это подсказывает все правильно, что надо пролезть. Так, а как мне его разбить-то, а? Ни хрена. Ладушки. А ладушки, побежали тогда дальше исследовать то, что я хотел. Значит, это какая-то миссия, но просто в данный момент она сейчас просто недоступна. Так, это что было? Это что было? Угу. Тут еще какой-то схрончик есть, по-любому тут будут патроны. По любасику. Порох, это хорошо. Ничего себе, загадочный механизм. У вас такое ощущение, что вы уже это видели раньше, но никак не можете вспомнить, где и когда. В любом случае, выглядит эта вещь очень круто. И вы решаете ее оставить у себя в кабинете. Получено, загадочный механизм. Окей. Так, предлагаю быстренько сейчас сделать патроши. Патроши раз. Патроши два. Эрес. Три электроболта. Угу, и все, по аптечкам я фульный парень. Окей. Окей, окей, окей. Давай выбираться отсюда. Ой. Есть. Ну и видишь, все, этот топор у нас сломался. Это в смысле? Прикольно. С определенного положения патроны пролетают просто насквозь головы. Это пока первый глюк, какой я в игре увидел. Давай, давай, брательник, бери механизмы. Ты смотри, сколько же их тут. Мать твою, лежит. Так.
Жалко, что не со всех просто эта зеленая гадостная жижа выпадает. Я был бы уже тут миллионером со своими суперспособностями, если все это поулучшать и подоводить до ума. Так. Ага, вон браток вижу. Ага, это даже не браток, это подруга. Ничего себе, какая-то эта подружаня сильно взрослая выглядит. Ничего, сейчас я постараюсь ее тоже выключить сзади. Ага, у нее нож или топор. Ебте, блядь. Ого. У тебя что-то с головой. Ни хрена себе. Понятненько. Так, шел я за подсумком. И второй подсумок на 32 патрона я получил. Круто, круто. Так. Походу дела это просто бутылка, какая мне нахрен не надо. Ну да, точно. Так, тут было... Дверь в доме открыта. Я вижу растение, надо пойти взять растение. Хорошо, так. Что мы имеем тут в доме? Что тут есть, кроме бутылок? Так, это просто труп. Это не зомбарь, это просто труп. Окей. А ёб твою мать. Так, дневничок. Часть дневничка. Что происходит? Нифига себе. Холодно. Так, что-то тут неладное, мать его, происходит. О, господи, тут полтергейст прям какой-то. Какого хера, и как мне отсюда вылезти? Ёб твою, сука, я понял. Я понял, что это за херь. Это один из... многих неубиваемых боссов в игре. О, ёпта, это я дед. Ты иди в жопу. Пошла в жопу. Так, от нее надо ныкаться, по-моему. Надо отсюда выбираться. Прикольненько ты сквозь двери бегаешь. Окей. Каким макаром мне отсюда выбираться? Блять, она ж сюда идет, да? Аккуратненько, Себастьян. Здесь должен быть выход наружу. Я понимаю, только какого хера я вообще оказался в этой дурке? Оп, тихо.
Ты где? Это поможет выбраться. Пропуск в закрытую больничную палату. Угу. Ёперный балет, семья моя. Угу. Так, она пошла туда, окей. Значит, туда мне и нужно. Мне нужно вообще за ней. Я так понял. Туда. Там, где нужен пропуск. Как раз слева. Так, Кастелланос, давай. Сдуреть. Только не говори, что ты направо пойдешь, а? Вот не надо. Отлично. Сходи через стену направо, пожалуйста. Фух. Давай аккуратненько. Ёшкин кот, а? Прикольненько. Мне что, все это привиделось? Нет. Это было... Что это было? Все по-настоящему или только кажется? Тут вообще все только кажется по-настоящему. Это что за хрень? Слайд. Реликвия прежних времен. До мобильных телефонов. Хоки-доки. Так. Все. Надо с этой хаты выбираться к чертовой матери. Потому что так дело не будет. Так, давай дальше смотреть по карте, что тут у нас есть. И смотреть по сигналу. Тебя там не было, дружок. Так. Ну, давай. Так, ну хорошо, арбалет я пока тратить не буду. Не хочу. Вот аккуратненько просто пойду туда. Ого. Ёпты, вот это ж вы повставали, а. Зомбари вы мои, зомбари. Так. Это все хорошо. Это все хорошо, но у них у всех куча топоров, да? О, 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 о. А ну иди, иди сюда, иди, иди, сука, сюда, я тебе сказал. Не надо смотреть так на папочку. На, на. Минус. Давай быстрее набирай, набирай эту жижу. Окей. Окей, вот, вот это что за херня, блядь? Мне реально аж интересно, что это за штука такая. Фух.
Фу, я не ожидал, что она возле меня выползет. А, ёб твою мать. Все, пошла жара. Минус нахуй. Ух ты ж, блядь. Ух ты ж, блядь. Все, пизда мне, а не. Ран, блядь, Себастьян, ран, сука. Ты чё, на ходу не умеешь перезаряжаться? Ты! Ты, блядь! Эту херь, что, сука. Убить не вообще Unreal было. Фух. Ну, жизней оно мне нормально подпортило. Хотел пройти по стелсу, не по... Сколько же я с этой фигни? 1500. 1500 зеленки. Хорошо. Ай, ёперный балет. Опять что-то было. О. Пространственная хрень какая-то. Так, ну окей. Ребят, в принципе, я дошел до места своего... которое мне нужно было, до какого я хотел добраться, взял арбалет в этой серии, еще немножко полутался. А уже продолжение сюжетной миссии будет в следующей серии. Это был Антон, спасибо, что смотрели, это была игрушка The Evil Within 2. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и пока-пока.